В Якутске прошел марафон программистов «Хакатон-2017». Главный организатор проекта – технопарк Якутия. Мероприятие проходит уже не в первый раз и традиционно собирает множество желающих. Участников разделили по командам через жеребьевку. В каждую вошли программист, менеджер и дизайнер. За два дня они должны были успеть сплотиться, придумать идею и создать жизнеспособный проект, разработать прототипы сервисов и приложений, несущих практическую пользу. На участие поступило около 100 заявок от студентов и молодых специалистов, в том числе 16 школьников. Ну, этапы разработки были такие: моделирование, создание логики игры, создание локации и меню и графические работы. И получили готовый работающий продукт.